Идеально! Надо собрать все, что сломалось, Рарити. Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме красоты? Но кто-то же должен. Эпплджек, вся эта неразбериха произошла по твоей вине. Да, но шторм наведет здесь еще больше беспорядок. Если мы не соберем все эти палки в одну кучу, кто-то может пострадать. Я никак не могу понять, почему синоптики Пегасы хотят испортить солнечный день и обрушить на нас ливень с грозой. Попробуй мыслить шире. На прошлой неделе они забыли организовать небольшой дождик. Значит, на этой они должны нагнать упущенное. О, нет! Моя шикарная грива будет испорчена! Надо спешить, чтобы успеть все закончить. Он становится сильнее! Помогите мне! Помогите! Есть! Спрячься там, пока я здесь закончу. О, нет, 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 нет! Что еще? Я не хочу пачкать свои копытца. Тебе не угодить. Нет проблем, если ты чуть-чуть испачкаешься. А какую пользу могут принести мои грязные копыта? Ты не поймешь, пока не начнешь хоть что-нибудь делать. В этом нет никакого смысла. А вот и есть. А вот и нет. А вот и есть. А вот и нет. А вот и есть. А вот и нет. Есть в бесконечности. Ха! Нет, в бесконечности плюс один. Ха! Послушай, а может быть лучше разойтись, пока мы не наговорили друг другу гадостей? Думаю, ты первая скажешь мне то, о чем пожалеешь позже. О, наоборот, я уверена, что это ты скажешь мне что-нибудь, о чем потом сама пожалеешь. Я не собираюсь ничего говорить. Я тоже. Тогда иди своей дорогой. Только после тебя. Может, нам стоит держаться вместе, чтобы найти укрытие? Наверное, стоит. И быстрее. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. Здесь сухо и хорошо. Вполне. Невозможно. Единство противоположностей. Рарити! Эпплджек! Рарити! Искорка! Девочки, заходите в дом! Спасибо! Ты уверена, что это хорошая идея сидеть внутри дерева во время грозы? Конечно, если у тебя есть волшебный громоотвод, как у меня. Заходите, он вас защитит. Спасибо большое. Благодарю за приглашение. Спасибо тебе за гостеприимство. Будь хорошим гостем. Иди умойся, пожалуйста. Если я проведу еще хоть одну секунду с этой заносчивой пони, то я за себя не ручаюсь, честное слово. Сильный шторм, да? Пони-синоптики в этот раз превзошли самих себя. Надеюсь, вы с Эпплджек без проблем доберетесь до дома. Думаю, без проблем не обойтись. Ну, вы можете остаться, если хотите. Спайк отправился в Кантерлот по делам. Сегодня я буду дома одна. Надеюсь, вы с Эпплджек не хотите спать? Тогда устроим пижамную вечеринку. Давно мечтала об этом. О, да. Но мне кажется, что на сегодня у меня были другие планы. И я совсем забыла об этом. Ну, конечно. И я не смогу пробыть здесь весь вечер. С Эпплджек. И
Пижамная вечеринка. Все, что вы хотели знать о пижамной вечеринке, но боялись спросить. Очень редкий экземпляр. Потрясающая книга. Стоит посмотреть содержание. Я очень долго ждала шанса испробовать ее, и этот день настал. Будет так здорово! Да, чудесно! Ух ты, вот это да! Подожди-ка, подожди-ка! Ты заставила меня смывать грязь с копыт, а тебе можно ходить с грязью на лице? Ты что? Это называется грязевая маска. Она так освежает кожу лица. Мы делаем друг другу маски! В книге сказано, что это необходимо. Пижамная вечеринка. Все, что вы хотели. А который сейчас час? Мне нужно сбегать домой, я уже опаздываю куда-то. А, спокойной ночи. Или, пожалуй, я останусь ненадолго. Ура! Пижамная вечеринка! А это еще для чего? Для того, чтобы снять отеки под глазами, конечно. О, мои глазки! Это можно съесть. Но разве не здорово? Мы сделаем все, что написано в книге, и тогда у меня будет самая веселая вечеринка. Надеюсь, ты слышала, Эпплджек. Ты ведь не хочешь испортить первую пижамную вечеринку Искорки. Я права? Конечно, не хочу. Ты, наверное, тоже не хочешь. Значит, мы договорились. Хорошо. Нет. Знаешь, можно быть не очень вежливой, а можно быть очень грубой. Знаешь, можно быть суетливой, а можно быть жутко надоедливой. К счастью, я могу поладить с любой пони, независимо от того, насколько тяжело с ней общаться. Ах, да. А я самая наитерпеливейшая пони из всех. Заблуждаешься. Это будет самая веселая вечеринка. Ура! Ура! Итак, расскажи, как у тебя идут дела, Эпплджек? Все хорошо, Рарити. Это великолепно. Уход за внешностью есть. О, мы должны рассказывать историю о привидении. Кто первый? Я! Я бы хотела рассказать очень страшную историю о привидении, которая пугала всех пони своей чрезмерной аккуратностью. Я уверена, ты тоже его встречала. Никогда не слышала о таком. У меня есть история лучше. Это рассказ о самом грязном и самом грубом привидении, которое раздражало каждого пони, попадающегося на его пути. Это не настоящая история. Это рассказ о привидении. Они все выдуманы. У меня есть история. Она называется... Легенда о лошади без глаз. Однажды темной-темной ночью был шторм, прямо как сейчас. Три пони веселились на пижамной вечеринке, прямо как у нас. И когда последняя пони подумала, что она в безопасности, прямо позади нее, буквально в нескольких сантиметрах, стояла... Лошадь без головы! Страшная история? Есть! А теперь кто хочет зефир? А потом надо положить зефир на шоколад. Только обязательно ровно посередине, это очень важно. И только затем осторожно положи крекер идеальной квадратной формы поверх зефира. И все! Да ну, просто съешь. Могла
бы хотя бы перед нами извиниться. О, я как раз собиралась, но ты меня перебила. Пардон. Зефир есть. Следующая игра – правда или желание? Я хочу, чтобы Эпплджек хоть раз в жизни сделала что-нибудь аккуратно. Ах так. В таком случае я хочу, чтобы Рарити прекратила всем надоедать по пустякам хоть раз в жизни. Я считаю, что кое-кому следовало бы уделять чуть больше внимания деталям. А я считаю, что кое-кому пора перестать надоедать всем остальным и не мешать им делать свои дела. Мне кажется, надо играть по-другому. Вы должны дать правдивый ответ на вопрос, который вам задаст другой пони, или выполнить его желание. Я желаю, чтобы ты вышла на улицу, и чтобы твоя великолепная грива опять намокла. По правилам ты должна выполнить желание. Ха! Ладно. Ладно, я хочу, чтобы Эпплджек переоделась в самый девчачий наряд, который только бывает. Счастливо. Очень. А до меня очередь дойдет? Я желаю, чтобы ты участвовала в Родео в нашем городе. А я, чтобы ты не участвовала в Родео в нашем городе. А я, чтобы ты не расчесывала волосы по 100 раз перед сном. А я желаю, чтобы ты хоть раз причесалась. Я думаю, что уже можно прекратить игру и продолжать веселиться. Давайте лучше посмотрим, что предлагает книга. О, что это значит? Борьба подушками? О, ну уж нет. Я и не собираюсь принимать участие в такой грубой забаве. Ну, держись. О, я поняла. Борьба подушками. Весело. Девочки, может, уже хватит? Я за, если она прекратит. Это начало. Может быть, мы закончим веселиться и пойдем спать? Клади свои грязные копыта на мою половину. У меня не грязные копыта. Были грязными. Наверняка там осталась грязь. Ничего там не осталось, посмотри. Ой. Ну и кто ведет себя неподобающе? Мне нужно заново застелить кровать, чтобы одеяло лежало как надо. Встань! Ай! Нет, ты все испортишь. Смотри, как надо. Да-да, этому не бывать. Моя взяла! Ты специально это сделала? Да. Встань, чтобы я могла все поправить. Я тебя не слышу, я сплю. Ай! Я здесь сплю. Проснись, если тебе нужно, Ариэлла. Отдай. Не отдам. Отдай. 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 Не отдам. Отдай. Не отдам. Хватит. В книге сказано, что на пижамной вечеринке все должны веселиться. Но благодаря вам обеим я не могу этого сделать. Я изо всех сил пыталась с ней поладить. Нет, это я изо всех сил старалась. Нет, это я. Нет, это я. 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 Надеюсь, вы счастливы. Вы обе. Вы испортили мою первую пижамную вечеринку. СПА-процедуры, угощения, игры, борьба подушками. Что-нибудь еще есть, чтобы вы хотели мне испортить? Простите, что спросила. Thank you.
Вот поэтому нам надо было убрать все ветки на площади более тщательно. Ну я... Прочь с дороги, мисс! Не трать мое время! Подожди, стой! Не надо! Не буду стоять и ждать! Хватит! Вот это, друзья мои, то, что я называю взять быка за рога! А? Прости меня, пожалуйста, Искорка. Все. Все это неправильно. В моей спальне лежит огромное дерево. А насколько я вижу, в этой книге абсолютно ничего не сказано об этом. Ни единого слова, ни одного. Скажи мне, что ты делаешь? Убираю беспорядок кое за кем. Как думаешь, кто бы это мог быть? Думаю, ты. Велосипед, вожжи, волосы. Здесь ничего не написано о больших ветках. Рарити, пожалуйста, прекрати так себя вести. Помоги мне избавиться от дерева. Я сказала, иди быстрее сюда. Послушай, прости меня, ладно? Что это было? Я просила прощения. Мне следовало послушать тебя, когда ты пыталась сказать об этом. Твое внимание к деталям могло бы спасти нас. Но сейчас тебе нужно забыть о беспорядке и помочь мне с уборкой. Это сейчас важнее всего. Пожалуйста. Но я ведь испачкаюсь. Ну и ладно. Ты просто... Подумай о том, что грязь – это часть любой тяжелой работы. Пойми, тебе придется смириться. Ведь я не справлюсь с этим делом одна. Мне нужна твоя помощь. А ну, давай сделаем это! Смотрите, в программу пижамных вечеринок входят игры на свежем воздухе. Вы готовы, девочки? Ужасно выгляжу. Так лучше? Спасибо. О, здорово! Это откуда же они? В книге их тоже нет. Это больше, чем сарай? Нет. Что, меньше, чем седло? Нет. У вас осталось всего 3 вопроса из 20. Мы никогда не отгадаем. Это может быть все, что угодно. Но хотя бы уже теплее. А что, вам здесь холодно? Я могу сделать теплее. Нет, она спросила, близки ли мы к отгадке. О, нет. И я засчитываю это как вопрос. У вас осталось только 2 попытки. Это... Шестиногий пони с фиолетовой гривой в крапинку и звездочками в глазах. Она летает по всему миру и прячет магические яблоки. Точно! Правда? Нет. Это телескоп. Просто я так рада и счастлива, что вы помирились. Вот поэтому я очень хотела, чтобы вы победили. Видите, мы могли бы этот вечер провести так же весело. Вот если бы некоторые не были такими придирчивыми. Было бы возможно, если бы некоторые не были бы такими неряшливыми.
прости за мое поведение. О, нет, уверена, я вела себя намного хуже. Значит, ты признаешь, что вела себя неправильно? Да, я вела себя намного безобразнее. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Торжественно объявляю свою вечеринку успешной. Ура! Повеселиться. Готово. Теперь два шага влево. Нет, влево от меня. Это куда? Ой! Этот беспорядок из-за тебя, а не из-за меня. Прости. Дорогая принцесса Селестия, тяжело поверить в то, что две пони, у которых нет ничего общего, могли так подружиться. Но я выяснила, что если постараться примириться с чужими недостатками, можно стать хорошими друзьями. Итак, кто придет ко мне на пижамную вечеринку завтра? А может быть, в следующий четверг? А может быть, в субботу через неделю? Или через месяц?